Всем привет! Вот, наконец-то наступил тот день, который мы так сильно ждали. И вы уже поняли, судя по обложке и по названию, что это за день. 1000 подписчиков. Представляете, какая это толпа? Просто 1000 человек подписаны на наш канал, нас смотрят. И большое вам спасибо за это, что наблюдаете за нами. И вот как раз закончилась череда видео про Германию, про нашу поездку. Сейчас мы находимся в России уже целый месяц. Кто думал, что мы сейчас в Германии, вы ошибались, это архивные видео были. Да. Мы уже в России, все, с нового года. На самом деле мы поставили себе такую грандиозную цель, чтобы до конца 2019 года набрать 10 тысяч подписчиков. И, конечно же, это мы сможем сделать только с вашей помощью. Может быть, это слишком амбициозно, но мы надеемся, что у нас получится. Мы будем вас радовать новыми и новыми видео. И если у вас какие-то есть пожелания, какое вы хотели бы видео от нас на нашем канале, то обязательно пишите в комментариях. Мы обязательно прочитаем, постараемся сделать. Ну, а поскольку у нас вот этот день, такое событие, мы решили его немножко попраздновать. Мы купили вот такой тортик. И мы хотим зажечь этот огонек вместе с вами. Да. Один, это символизируется с 1000 подписчиков. И, как бы, наверное, ровно год мы снимаем наш канал как-то более-менее активно, да? Да. Ну что, зажигаем? Давай. Я и ты. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Что ж такое? Все, ладно, давай. Ну что ж, друзья, дорогие наши. Поздравляем вас и нас. Ну что, задуваем? Давай. Мы это сделали. Да, у нас получилось. Что ж, друзья, мы будем завершать это короткое видео. Желаем вам приятного времяпровождения, хорошего дня понедельника, самого сложного дня. Надеемся, мы вас зарядили позитивчиком на весь день. Если вам нравится наше видео, наш канал, то обязательно подписывайтесь. И помогите нам достичь этой цели, 10 тысяч подписчиков. Что ж, друзья, с вами были Илюшина, Танюша. Мы вас очень любим. Пока-пока.